Сегодня у нас 22 мая 2017 года. Вот пришел в мой дом. Тут вот брат Михаил. Сестра Ирина помогает. О, нашли все-таки. Типа стремянки. Я прошла, это там что-то коровое. Ага. Спасибо, Христос, Ирина. Сейчас я приду еще. Ладно. Ты ее потерял? Кого? Стремянки. Это не стремянка, это лестница. Ну, я понял, жена. В виде стремянки сделал. Я приспособил себе. Нормально лазить, хорошо. Поговорка всегда сбывается, да? Голь на выдумку хитрая. Отлично, вообще. Самое то. Ну да, надо будет. Подсохнет, посмотрим, может еще раз пройдемся. Но. Там где трещины особенно. Ну трещины я заметил, конечно. Угу. Ну это. Она сейчас что помыла? Вот. Снутри, снаружи, да, те окна? Наружнее. Какие окна? Вот эти вот. Вот это смотри. Нет, а вон те, наверное, наружные. Она же помыла их тоже, чистые вроде. Ну, она помыла, да? Ну. Видишь, они же были грязные. Вообще там сквозь них ничего почти не видать. Ну, это вот и. Угу, слава богу. А мы сейчас тоже сходили, там забили все. Вот, все нормально сейчас. Если я не засну, там гальяна запустили. Видишь, как я сапоги нашел у вас? Отлично. Мне даже это батюшка за Игнатия Тихоновича принял. Да? В таких сапогах. Говорит, о, смотрю, говорит, Игнатий Тихонович идет. Откуда он взялся, говорит? Я ближе подъехал, о, да это Михаил. Сапоги нацепил. Ну, то есть для потерявки это редкость. Кто-то, чтоб кирзача ходил. Ну, ладно, слава богу, за все. А сейчас что ты там будешь делать на ограде? А? Что будешь сейчас делать там? Ну, сейчас доски буду готовить. Что их именно? Доски. Строгать или что? Ну, буду смотреть, где подсоргаю, где там это. Угу. На одну сторону-то все равно надо будет, да? Шероховатости убирать эти. Ну, посмотрю, если там слишком она будет шершавая, я маленько построгаю. А если более-менее, так оставлю так. Mm-hmm. То есть лишней работы не буду делать. Ну, понятно, нам же быстрее надо. Вот так вот. А эти козлики кто-то тебе дал? Или где-то их нашел? Володя, они у тебя вот здесь вот стояли. Да, ну это матушкины, это не наши. Это матушкины? Да. Ну ничего, я думаю, она не против будет. Мы же их не сломаем. Они вот здесь стояли, как раз для меня. Ждали часа, да? Да. Ну, здесь вот мы посадили чесночок, вот растет. Опилками засыпали, чтобы меньше влаги уходило. Здесь у нас лучок всходит. Вот тоже. Тоже уже сегодня вечером поливать надо будет. Вот тут вот еще участок. Вот здесь можно будет морковку посадить. Тут матушка нам оставила. Здесь вот она картошку посадила. Тут у нее тоже какие-то грядки засажены с чем-то. Она просто канавки наделала и туда посадила. Ну вот так вот. Забор еще восстанавливать надо будет. Работы много. Слава Богу за все.